И сегодня мы, как обычно, проповедь у нас по Матфею. Мы находимся в 18 главе. Надеюсь, что дома вы читаете. Ашир, Здесь очень много разных тем поднимается в этой главе. И мы не будем все рассматривать эти темы, но обратим внимание на несколько вещей. И учитель здесь как раз Ишуа. Мы поднимем три темы. Давайте мы откроем 18 главу, прочитаем с 1 по 3 стих. В то время ученики приступили к Ишуа и сказали: Кто больше в Царстве Небесном? Ишуа, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Так мы здесь видим, как ученики разговаривают с Иешуа. И, естественно, они думали, может быть, много и задали вот этот вопрос. Потому что в других он. главах мы читаем о том, как они спорили, кто же больше. И вот Ишуа приносит перед ними ребенка. Потому что перед ним стоят его ученики, которые, может быть, с трудом умеют читать. Потому что многие из его учеников, они жили в Галилее, были простыми рыбаками. Но несмотря на то, что они были простыми, у них были все-таки мысли, а кто же больше? Я хочу сидеть по левую сторону, по правую сторону. И вот Иешуа, он берет и ставит перед ними ребенка. И он говорит, просто будьте как дитя. И вот если ты будешь как ребенок, то ты будешь идти по правильному пути и ты достигнешь небес. Но что это значит быть как ребенок? И характер практически всех детей, он одинаковый. То есть они простые. Они наивны. יש להם תלות גמורה בהורים שלהם. אני פולנוס תוזוויסט אטרדיטלי. הם מאוד סקרנים ופתוחים ללמוד דברים חדשים. אני אוצ'ין מנוגה שלאיוט זנת נובה וישי. ויש להם זיכרון קצר מאוד על הדברים הרעים. אני אוצ'ין בסטרז בבית פלחים וישי. יכולת הם קיבלו מכה, מישהו נתן להם מכה, דקה-שתיים, הוא כבר שכח. ידומו וצ'סטר שאתו ריביונו פשול, כדי תאופל, הוא דייר עושה. Поплакал немножко, но через час он уже об этом забыл. Или вот вдруг он сейчас разозлился на кого-то, обиделся. Естественно, что есть еще много разных разные черты характера, но мы сосредоточим внимание именно на этих, которые сказали. И вот Иешуа говорит, вы должны быть простыми перед Богом. То есть простыми в наших отношениях. Когда мы возрастаем в вере, может быть, 10-20 лет ты находишься в вере, мы уже много чего знаем. Мы уже как динозавры. Все знаем, такие умные стали, ничего уже нас не потрясает. И таким образом наша гордость и уверенность в себе возрастают. И вот эта вот простота, она уходит от нас. И ты говоришь, что как я могу быть простым перед Богом? Бог это Бог, я это я. И вот эта вот гордость, она часто мешает нашим простым отношениям с Богом. И... Еще один вид людей, которым мешает вот эта вот простота, это обычно подростки. Потому что в этом возрасте они считают, что все знают. Никто их не может ничему новому научить. Они уверены во всем. И это то, что мешает простоте наших отношений. Но Ишуа говорит, будьте как дети, будьте простыми. Следующая черта характера, которой Ишуа говорит. Он говорит, вы должны быть зависимыми от родителей и быть простыми, наивными. Им شو, и если что-то отец сказал тебе, то значит это так и есть. Им يأسه, если отец что-то пообещал, что он сделает, значит он сделает. И если отец сказал, что нельзя, то значит нельзя.

Здесь. И то, что Бог ожидает от нас, чтобы мы могли быть зависимыми от Него на все сто процентов. И мы можем достичь вот этого уровня в наших отношениях с Богом. И Он хочет, чтобы мы могли зависеть от Него и верили тому, что Он нам говорит и обещает. Еще одна очень важная черта характера, чтобы мы были любопытными и могли узнавать новые вещи. Дети, они как губка, они все впитывают, они пытаются что-то узнать, делают какие-то эксперименты. כל החיים שלהם נמצאים במצב של למידה עד שהם גדלים. תאפסו רמז ואופסו סבור ז'י, ספסו סבור דסט ואני אפסו רמז שאתה טעות שאתה הפפידת בו. תמיד יש להם תהליכים של השתנות, הדעה שלהם השתנה על אותם דברים, הדעה האחרת. איך מניניה מניע עצה? זה מה שאלוהים גם רוצים מאיתנו. איתא תושטו בו קודשת טאג זה אתנאס. הוא השריש בנו סקרנות ושאיפה לידע חדש. То есть внутри нас он строил вот это вот любопытство, чтобы мы могли воспринимать новый материал. Софи, Потому что Господь, Он просто безграничный. И он хочет, чтобы мы могли углубляться в нем. Он дал нам Писание, когда мы читаем, несмотря на то, что иногда читаем одно и то же, но каждый раз мы можем найти там новую информацию. И очень важно, что если Господь желает изменить наше мнение, то мы должны быть открыты к этому. И это то, что называется быть как дитя. И еще последняя вещь, которая относится к детям, это чтобы мы могли забывать зло очень быстро. Как взрослые, обычно мы можем помнить какие-то неприятные вещи, которые с нами случились в целые поколения иногда. Вот он со мной так поступил, или она так мне сказала. По сравнению с этим, дети, из-за того, что они очень быстро забывают зло, они могут двигаться вперед. И когда ты учишь ребенка прощать, то он прощает полностью. То есть ты можешь попросить прощения, он подходит, сказал, слеха, прости и двигается дальше. Но во взрослом мире, среди взрослых, оно что-то так не работает. И вот насчет прощения мы еще дальше поговорим с вами. Но в этом мы тоже должны быть как дети. И вот у кого есть вот эти вот черты характера, детей, то он идет по правильному направлению, по направлению к небесам. Но что, что Ишуа здесь сказал, он говорит, если вы не будете идти по этой дороге, то вы не придете в небеса. Он говорит, я Бог, вы мои дети, я ваш Отец, и такие отношения должны быть с со мной. Второй урок, который мы можем извлечь из этой главы с 18 по 20 стих. Да? Mm -hmm. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди их». То есть, если мы живем по правильным стандартам, и вот мы, допустим, такие, как, как дети, с такими чертами характера перед Богом, שלנו, מלך, И с одной стороны он наш отец, но с другой стороны он является царем, потому что он все создал. Руханים, טובים, И он может дать нам очень много духовных правильных вещей. אנחנו, נכון, это, И вот если мы находимся в правильном положении перед ним, то происходят великие чудеса. И каждый отец, он желает, чтобы дети походили на него. И если у него есть величие большое, то он готов это передать. И на самом деле это что-то великое, что не всегда мы понимаем. В 18 стихе написано, что то, что мы здесь творим на Земле, оно прямым образом влияет на небеса. И если это написано так, оно и есть. Мы должны понимать нашу ответственность перед Богом и то, чего Он желает от нас. То есть у нас есть сила от Бога. אלוהים הבין את רוח הקודש, שזה כוח אטומי. (אומר בערבית: גספות דיוט נמדו לך ספיתובה. זה כך אטום נא הבומבה). תחשבו שהוא בעזרת רוח הקודש הקים את ישוע מהמתים. (אומר בערבית: זאת אומרת, בגדרי ספיתובה דוכו Иешуа восстал из мертвых. И он говорит, у вас есть эта сила. У каждого из нас, внутри нас, находится Дух Святой. сила. И если ты начинаешь понимать, что это у тебя есть, то мы должны научиться пользоваться этим. И здесь конкретно написано, у вас есть это. И вот в 19 стихе там написано, что если двое собираются во имя Божье, во имя Ишуа, то они могут получить. Если двое соглашаются о чем-то просить, то получат. Это очень важно и относится к семьям, например. В доме, в семье есть отец, он является священником. И вот у него есть у него есть эта сила, и если он понимает, что есть у него эта сила, и у него есть власть, Тогда он может делать особенные вещи в семье. Такие вещи, которые будут влиять на небеса. Если мы вместе решаем о чем-то и будем молиться об этом, то будет нам. Но здесь очень важно понять такую вещь, что будет нам не не то, что мы именно хотим, чтобы было. Бог говорит, что Он даст ответ на нашу Где молитву. Этот ответ может быть да, может быть и нет. Может, ответ будет может быть. Но Господь говорит, что если вы вместе о чем-то решитесь молиться, я дам вам ответ. Я дам вам решение. И вот он видит, что если двое его детей собираются для определенной общей цели, то естественно он обращает на это внимание. И хорошо использовать этот стих в наших молитвах дома или в общине. Мы иногда с женой молимся и говорим, вот Господь Ты обещал. Вот это, значит, ты должен исполнить. Это что-то очень практичное. Когда ты читаешь перед Богом определенные стихи, ты говоришь, вот Господь Ты обещал это, значит, ты обязан выполнить. И Господь никогда не оставляет тебя без ответа. Мы получим ответ. Но также важно понимать, что Господь имеет в виду под этими стихами. И когда у нас наши взаимоотношения с Богом правильные, тогда мы начинаем укрепляться в духе. И у нас есть власть и сила и на земле, и на небе. И... Третий и последний урок, о котором я хочу поговорить. Это та тема, которая поднимается с 21 по 35 стихи. Мы не будем все это сейчас читать. Здесь есть определенная притча, которую все знают. И может быть даже два урока мы из этого выучим. Речь идет о прощении, то есть насколько велико то прощение, которое мы получили от Господа. А также важность прощения, когда речь идет о других людях. И здесь мы видим притчу одну, что есть один раб, который был должен царю. Он должен был вернуть 10 монет и у него ничего не было то есть вот если на сегодня перевести ту сумму которую он должен был это примерно 2 миллиарда 250 э, миллионов да вот там вот такая сумма Шекелей.

И вот просто представьте, что вот эти вот 2 миллиарда шекелей, которые он должен был, это как будто наши грехи. И вот Господь, Он прощает нам вот эти вот 2 миллиарда 250 миллионов наших грехов. Потому что наш адвокат это Иешуа Мессия, который пришел и сделал что-то и чистил нас. Также сатана здесь находится в картине. Он точно знает, в чем мы согрешаем. Потому что если мы читаем книгу Эстер, и про Амана сказано, что он решил уничтожить весь Израиль. И если вы помните, Аман говорит, что если ты согласишься с моим планом,

То есть, сатана, он все время напоминает Богу о этом долге. Он напоминает и нам об этом долге. Он говорит, у вас нет вообще никаких опций здесь. И у Амана, если вы помните, у него была эта сумма. Сатана знает все мелочи, все подробности нашей жизни. Но если мы находимся вместе с Иешуа, то все это не важно. И мы должны действительно понимать то, что Он сделал для нас. И если вы помните, потом вот этот вот раб, он идет, этот человек идет и призывает своего раба, который также был должен ему. И из-за того, что тот ему ничего не вернул, он посадил его в тюрьму. Как он дошел до этого? То есть первое, это значит, что он не оценил то, что сделал для него царь. Он пренебрег этим. Он говорит, а, царь, он фраер. Он говорит, я, чтобы фраером был, не, я не хочу не такого. Я не прощу своим рабам то, что они мне должны. И то, что мы видим в конце, что вот этот царь, он отменяет свой милостивый приговор первоначальный и садит этого человека в тюрьму. И очень важно здесь понять, что если мы не прощаем, то Господь, Бог, Он отменяет то добро первое, которое совершил для нас. Если мы несем вот этот вот обиду и горечь, и непрощение в нашем сердце, то мы делаем плохо не кому-то другому, а самим себе. И в молитве отчина там написано Прощайте, как и мы прощаем. То есть таким образом мы сами себя осуждаем этой молитвой. И если ты, если ты никому не прощаешь или даже кому-то не прощаешь, то ты осуждаешь сам себя, потому что ты говоришь Богу, прости меня, как я прощаю Его. И таким образом ты просто находишься в стопоре и не можешь продвигаться духовно. То есть то, что происходит, ты разлагаешься и в духовном понимании, физическом, это приводит к смерти. И очень часто Господь, Он подчеркивает это в Писаниях. Послание от Матфея, 5 глава, 23 стих. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-либо против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Господь говорит, что если ты хочешь сейчас каких-то отношений со мной, ты хочешь у меня, может быть, что-то попросить или даже поблагодарить меня, ты хочешь поговорить со мной? Он говорит, то все это напрасно, если ты держишь злобу на кого-то. Он говорит, я даже не хочу тебя слушать. Потому что ты понимаешь, что есть проблема в твоей жизни. Но ты не хочешь что-то изменить. Сам-то ты приходишь ко мне, хочешь у меня прощения попросить, поговорить со мной. Но у Бога есть... Свой стандарт, высокий стандарт. Также в Римлянам в 12 главе, 18 стих, там тоже написано, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. זה מה שכתובים מלמדים אותנו, להיות בשלום ולשאוף לשלום עם אנשים. זה (אומר בערבית: בעבודה, במשפחה, בקהילה, בחברים, בשכנים). (אומר בערבית: בעבודה, במשפחה, בקהילה, בחברים, בשכנים). (אומר ודמח בואו נדברך, נדברך.) אם אנחנו קולטים מצב של מתח... (אומר בערבית: יש למי... נכון, נדברך, נדברך, נדברך.) אנחנו כבר רואים שהולך להוביל לריב. Если мы видим, что вот еще немножко и будет какая-то ссора, то мы должны просто воспользоваться той мудростью, которую Господь дал нам. И мы должны приложить все усилия, чтобы не потерять состояние мира с этим человеком. Потому что мы должны также понимать, каков источник всех этих спор, споров и зла. В Якове, 4 глава, 3 глава, с 4 по 9 стих. Вот и корабли, как невелики они, и как, не, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества разжигает. Здесь мы видим источник всего зла. Писание обучает нас этому. Лешон. Это язык. Потому что если ты закроешь свой рот, зажмешь зубы, то язык ничего не скажет. И поэтому то, что я для себя принял, что если я хочу сохранить мир то лучший способ это просто закрыть рот. Это всегда работает. Твой собеседник, он также успокоится, пройдет время и все наладится. Мы должны доказать, что мы мудры, а не то, что мы правы. И мудрость-том ⁇ это чтобы мы могли иметь то благословение, которое Бог нам дает. Есть один певец израильский. И, и в этой песне там говорятся такие слова. Он говорит, что делать с праведностью, которая приходит утром? Я прав, но я остался один. Он говорит, я доказал свою правоту, aber но остался один. Ain't у меня нету друзей, Ища, работа, нету жены, нет работы, но зато я прав. Also, no но тогда как, для чего все это? Если ты задел каждого человека по дороге, чтобы доказать свою правоту, то тогда чего это стоит? То есть, поэтому мы должны просить у Бога милости, чтобы Он дал нам вот этого понимания, чтобы мы могли закрывать наши уста вовремя. И попросить прощения, это нам ничего не стоит. Это не стоит денег. И как в Матфея здесь написано, мы должны прощать от всего сердца. И, если мы будем понимать, что от нашего прощения, от настоящего истинного прощения зависит наше духовное состояние, то мы должны прощать действительно чистого сердца полностью. И как я уже сказал, эта глава, она наполнена просто многими уроками. И вот мы три из них разобрали. Женя, туда раба, Маш, Мадим.